Яркий, жаркий твой. Именно таким решили сделать День молодежи в парке Красногорска. Настроение создавали звезды шоу-бизнеса и стендапа. Молодежь у нас самый активный, самый жизнерадостный, самый энергичный блок нашего населения. И мы рады, что в Красногорском округе именно такие ребята учатся, живут и хотят проводить свой досуг. Поэтому мы организовали это мероприятие для того, чтобы они, не выезжая никуда в Москву или в другие города, получали все необходимые развлечения на территориях парковых. Команда G-Motion сцену в Лужниках сменила на Красногорскую. Совсем недавно девушки выступали на церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Шоу-балет танцевал вместе с мировой звездой Робби Уильямсом. Когда уже было само открытие, само мероприятие, мы вышли на поле уже, вот, уже со всем вот этим вот количеством народу, да, там, потому что 90 тысяч, да, мест. И, естественно, там были еще пригласительные, какие-то входные. И вот по подсчетам было около 150 тысяч. И вот эта вот вся махина, как загудела, это невероятные ощущения, переживания и просто гордость за то, что ты являешься частью этого события, этого мероприятия. Еще один гвоздь программы – Ше Ростон, представитель современной джазовой соул-культуры, исполнил авторские произведения в стиле электроника из нового альбома «Flow», который увидит свет только в сентябре, и мировые хиты в собственной обработке. Очень нравится этот концерт, потому что там музыка. Очень интересное представление. Танцуют. Классно. Да, нам понравилось. Прекрасное событие. Я очень рад быть здесь у вас. Я первый раз. И очень приятно. Публика замечательная. И все очень живые, энергичные. Это очень приятно. Практически половина замечательного зала были на танцполе. И они вообще не садились. Это очень приятно. Поэтому спасибо вам за такой теплый прием. Молодежная программа в городском парке получилась весьма насыщенной и модной. Именно современными тенденциями в музыке и танце руководствовались организаторы праздника.